Привет, друзья! Сегодня у нас 22 мая 2020 года. У меня в обеденный перерыв появилось около 2 часов времени. Я решил это время посвятить рыбалке. Вот. В последнее время у меня получается выехать на рыбалку довольно редко. Очень жаль, но вот каждую свободную минуту, блин, пытаюсь использовать в этом плане. Итак, сегодня я нахожусь в поселке Курганово. Буду пытаться ловить уклейку. Что из этого получится, не знаю. Но перед началом этого видео я хочу пожелать всего самого доброго каналу у Арменки, который мне в прошлый раз на стриме перечислил деньги вот на этот вот микрофончик. Спасибо тебе, брат дорогой, от души, вот прямо. И сегодня я буду так надеяться, что звук моего видео будет лучше. Ну и так, начинаем ловить. Первая рыбка не заставила себя долго ждать. Поклевки присутствуют, в принципе. Клюет довольно неплохо, но мелко очень рыба. Процесс идет. С микрофоном петлички, конечно, намного удобней. То есть я стою реально, могу комментировать происходящее видео. Теперь надо еще разжиться камерой экшен, чтобы она на груди висела и показывала все, что происходит передо мной. Потому что таким образом, ну, в общем-то, не очень удобно. Ух ты ж какая, смотрите, красавица. Но это уже немножечко получше плотвичка. Ну, для Курганова нормально. Ловлю я по-прежнему на свою 5-метровую удочку. Вот, фирмы Red Fox. Классные, мне нравятся эти удочки, вообще замечательные. Где-то я их купил, даже уже не помню где. 2 штуки я купил. Одна у меня есть такая 7-метровка маховая, без колец. А одна есть... вот 5-метровая, которая у меня сейчас в руках. Ну, я ее использую, короче, и в хвост, и в гриву уже года, наверное, 3 или 4. Так, ловлю я сегодня на мотыля. Насаживаю мотыля по несколько штук. Ну, то есть, прямо поперек штучек по 5 личинок насаживаю. У меня мотыль остался с прошлой рыбалки, неделю уже живет. Можно попробовать сейчас немножко сделать глубину помельче. Может быть... будет попадаться уклейка. Ну, такой у меня фортель в прошлом году проходил, по крайней мере. О, поклевочка. Что-то целая проводка. Без поклевки. Вот она. Есть. Есть контакт, ребята. Ну, вот тут, конечно, нужно экшн-камеру, чтобы было видно и поклевки, чтобы было видно и рыбу, чтобы я не носил ее туда, к камере, куда-то там далеко. Вот. Ну, конечно, на экшн-камеру пока я денег не заимел. Вроде бы как и не сильно дорого, но взять их тоже неоткуда. Если вдруг вы решите мне помочь в этом вопросе, я буду безумно счастлив. Да? У меня указан номер телефона, который вот указан в WhatsApp. К нему, к этому номеру телефона привязана карта Сбербанка. Если кто-то желает вдруг помочь мне на приобретение экшн камеры, ну вот можете по этому номеру мне помочь с указанием, пожалуйста, что на экшн камеру. Я тогда с удовольствием куплю экшн камеру, и мое видео, скажем так, приобретет немножечко другие краски. Вот она, есть контакт. Есть контакт, но мелкая, мелкая, совсем мелкая плотва. Такая грамм может быть по 20. Но тем не менее, поклевки есть, рыба есть. Вот она, ребята, та рыба, которая мне нужна. Вот, вот таких уклеечек я бы взял, конечно, штучек 20 сегодня на жареху. И, наверное, начну их сейчас брать. Вот, у меня есть для этого кан. Я сейчас сделаю таким образом. Поставлю кан в воду.
чтобы в нем была постоянно нормальная вода. Вот. И рыба моя, в случае, если я не поймаю там необходимое мне количество, чтобы я ее мог спокойно отпустить. Поклевка. Ух ты ж, ты смотри. Вот он и подлещик. Вот он, ребята, и подлещик. Вот. Ну что ж, подлещик нам не нужен совсем. Если бы он был хотя бы еще полкилушный, тогда бы ладно. А так пусть плывет себе в свою родную курганскую, или точнее кургановскую воду. Ну давай. Все, еще пару штук поймаю, да. Наверное, домой. Вот она. Да, наверное, домой. Надо будет заехать, рыбу завести и на работу. У меня сегодня выдался небольшой промежуток времени, около 2 часов свободных, и я ловлю здесь рыбу с 12 до 14 часов. Ловлю я сегодня уклейку, плотву и подлещика. Цель моя сегодняшняя уклейка. Решила штук 30 домой поймать. Вот, цель свою за эти 2 часа выполнил, мелкую даже отпускал. Плотву отпустил всю, подлещиков попалось всего 2 штуки. Ловил я сегодня на болонскую удочку длиной 5 метров. Вот, можно было ловить на мах 4-метровый, ну, со спокойной совестью, но у меня просто эта удочка постоянно со мной катается в машине, поэтому я ее использовал. Ловил я на мотыля и опарыша. Крючочек поставил маленький 14 номер. Ловить на него было очень даже удобно и комфортно. Вот, уклейка попадалась на раз. Прикормка использовал базовую смесь Дунаев. Ничего туда больше не домешивал, так просто немножко недоувлажненную кидал. Погодные условия сегодня у нас благоприятствуют рыбалке. Ветер вроде бы, как обещали, очень сильный, но на самом деле я вот здесь нахожусь, он мне практически не мешает, и здесь его практически нет. Он немножечко у меня боковую волну создает, но не сильную. А за счет того, что вот здесь за камерой находится насыпь. Общий улов у меня сегодня составил около, наверное, килограмм полтора уклейки, вот, и чуть поменьше, штучек, наверное, 10 было плотвы и 2 подлещика. Плотвы и подлещики я сразу отпускал, уклейку забирал. Вот такой вот уклеечки я наловил, вполне приличного размера, замечательные рыбки, классно. Ну, на этой оптимистической ноте я с вами попрощаюсь. Желаю вам ни хвоста, ни чешуи. Всем пока!